В общем, все это выглядит сложно, но на деле все очень просто и шикарно. Так что эти кроссовки – это то, что надо нам в эти зимние вечера и не только. Почему вечера я сказала? Сидим у камина вместе с кроссовками от Валентина. Добрый день, мои прекрасные! Вы на канале Елены Акинфеевой о моде, стиле и красоте. Сегодня я делаю обзор модной зимней обуви. Кто в моде не первый год, то знает, что бренды с мировыми именами очень редко использовали натуральный мех в обуви. И связано это с очень многими факторами. А в первую очередь, конечно, это климатические условия. И байеры северных стран, в том числе и мы, русские байеры, всегда просили у брендов делать для нас зимний вариант обуви. И, наконец-то, бренды нас услышали. В этом году просто бомбическую коллекцию зимней модной обуви сделал многими любимый бренд Валентино. И не только он. Комфортную, трендовую, утепленную обувь начали выпускать самые высокие дома моды. И коммерческие предложения, которые они делают для северных регионов, просто радуют нас и дают нам частичку счастья своей красотой и дизайном. И начну я сегодня с роскошной, с очень роскошной обуви от бренда Валентино. Представляю вашему вниманию пудрово-розовые кроссовки от бренда Валентино, которые можно носить с множеством вещей и сочетать с разными цветовыми решениями. Внутренняя отделка здесь из густой стриженной овчины особенно хорошо сохранит тепло вашим ножкам. А сама модель кроссовок, она состоит из гладкой кожи. Кожа такая матовая. Здесь лакированные вставки и нежная замша. И вот такой пушистый мех. Красивая игра таких фактур и оттенков, она придает какую-то изысканность этим кроссовкам. А подошва из полимера с протектором обеспечит безопасность передвижения по скользким зимним улицам. Так что эти кроссовки – это то, что надо нам в эти зимние вечера и не только. Почему вечера я сказала? Дорогие мои, я прошу прощения, просто я снимаю вечером эту передачу, и поэтому я сказала, что в эти зимние вечера. Я думаю, что ничего такого в этом нет. Ну, просто подняла настроение. Я думаю, вам, себе и девчонкам, которые меня снимают. Эта модель кроссовок в коллекциях Валентино представлена еще и в нейтральных оттенках, ахроматах. Это в черном и в белом. Это очень актуально для зимнего сезона, потому что вы можете сочетать их с любой верхней одеждой. Ну и, конечно, повторюсь, еще огромным плюсом этой обуви является то, что они на натуральном меху. Это очень важно для нас, для северных регионов. Также обязательно обратите внимание на ботильоны Track Girl. Они выполнены из кожи, замшевыми вставками и внутренней отделкой меховой и мягкой овчины. Благодаря этому обувь идеально подойдет для морозной погоды. Это женственная модель, и еще эта модель выделяется за счет своей платформы и устойчивого 6-сантиметрового каблука из легкого полимера. Благодаря этому ботинки достаточно легкие. Вы знаете, мне в них очень нравится еще вариант шнуровки. Она, как бы я сказала, даже приковывает к себе взгляды. И здесь есть прозрачное крепление с фирменным логотипом бренда от Валентино и усиленными петлями шнуровки. И что еще немаловажно для нашего комфорта, здесь есть замок. И это очень здорово. Чтобы каждый раз не расшнуровывать, просто расстегнул, надел и ты готов.
В общем, все это выглядит сложно, но на деле все очень просто и шикарно. В общем, я в восторге просто от этих ботинок, потому что помимо того, что они ультрамодные, с множеством деталей, эти ботинки, они еще, знаете, какие? Они дерзкие и одновременно женственные. И их можно носить не только с брюками, но и с юбками миди. Такой контраст позволит вам быть в тренде в этом сезоне. Вы знаете, эта модель еще представлена в вариации без каблука, в черном и таком красивом терракотовом цвете. А в терракотовом оттенке они смотрятся, мне кажется, более оригинально благодаря контрастному меху и контрастной подошве, что делает эти ботинки еще более интересными, чем черные. Я думаю, вы согласитесь. А для тех, кто предпочитает расслабленный и полуспортивный стиль, бренд Valentino впервые представил кеды со своим большим лого. И представляете, эти кеды полностью на меху. И это просто здорово, потому что ну, для России и для других северных стран мы многие все мечтали носить брендовую обувь и быть стильными даже зимой. Конечно, нас порадовал и бренд Gucci тем, что они доработали свою культовую модель лоферов на меху без пятки, в которой могли щеголять только модники каких-то теплых стран, европейских стран, где нет столько снега, не столько влаги, как у нас. А сейчас дизайнеры бренда Gucci выпустили в свет лоферы с закрытой пяткой, и они полностью на натуральном меху, в которых сейчас мы можем модничать, наслаждаться, быть модными в нашем суровом климате. Вот здорово, да? На этом я заканчиваю свою передачу. Надеюсь, что вам понравился сегодня обзор брендовой зимней обуви, и я была для вас полезна. Не забывайте, что все ссылки на продемонстрированные мной модели находятся, как всегда, внизу под моим видео. Я хочу вам пожелать всем теплой зимы, отличного настроения, положительных эмоций, радости, счастья. Будьте модными и стильными вместе с Еленой Акинфеевой. До новых встреч!